Всем привет-привет! Меня зовут Лилия Донскова, и в этом году это мой первый заказ, который сейчас мы вместе с вами будем делать. Смотрите, у меня в корзине лежит продукция на 707 баллов на 30 764 рубля. Не удивляйтесь, не падайте в обморок. Дело в том, что у меня есть награда. Смотрите, вот тут висит в уголочке кругляшок, написано 1000. Потом вот так вот нажимаем, спускаемся вниз. Продукция компании на 20 тысяч рублей всего за 2024 рубля. То есть я кладу в корзину на 20 тысяч продукции, я заплачу всего 2024 рубля. Выиграла, ну не выиграла, а заработала денежный такой классный сертификат. И я сейчас нажимаю «Принять участие». И вот он у меня, смотрите, этот сертификат встает вот тут в самом низу. Вот он. И мне сейчас нужно будет в этот сертификат принести продукты. То есть я заранее набрала продукцию. И сейчас просто буду вот так переносить, разделить на пакеты. Смотрите, нажала «Разделить по пакетам», сюда нажимаю «Добавить», а здесь удаляю, и все. И видите, он у меня перескочил сюда, куда мне нужно. Вот, он стоит уже здесь, и потихонечку вот эта сумма будет уменьшаться, да, копать и оставаться то же самое. Сейчас я быстренько перенесу крупную продукцию, то, что мне нужно было перетащить, вот это, «Добавить», «Добавили», тут «Удалили». Эту добавили. Так. Я сейчас быстренько перенесу и вернусь к вам. Итак, остался один продукт. Смотрите, если я нажимаю в корзину «Добавить», то здесь уже на 19 620 рублей у меня лежит продукция. Я нажимаю «Добавить», и он мне пишет «Сумма превышения 45 рублей». То есть я заплачу чуть больше, да, по этой корзине, и на эту сумму не будут начислены баллы, и кэшбэк не будет вернут. Поэтому я ищу что-то другое, другой продукт подешевле, чем 400 рублей. Ну, например, вот мармеладки, да, или еще что-то. Или переплатить 45 рублей, в принципе, не проблема. Ничего страшного. Давайте я все-таки возьму этот продукт, чтобы не думать, добавить в мой пакет. Ага, а здесь мы его... А, вот сюда же опять добавился. Вот сюда. Оставить по программе «Клуб 1000». Все, отлично. А здесь мы его удаляем. Итак, что у меня получилось? У меня получилось так, корзина осталась на 187 баллов. Сюда я положила все мне нужные продукты, которые бы я хотела получить в подарок, буквально за символическую стоимость, за 2069 рублей, целая корзина, которая лежит на 2045 рублей. Представляете, как это круто. И я хочу сразу сюда дополнить продукцию, чтобы у меня уже был закрыт этот кабинет с 200 баллами, потому что норма у бизнес-партнера делать 200 баллов в месяц. Можно больше, можно меньше. Меньше нельзя, можно больше. Так, возьмем мармелад Саблепиха, я его очень люблю. Очень люблю. И я их люблю, мармеладки, всем дарить, угощать с черникой. Самый популярный вкус у моих друзей, кто приходит в гости. И мне самой очень нравится... Так, и мне папина... Так, не вижу. А, шиповника не было. Я сама еще очень люблю смородину. Давайте еще возьмем смородинку. И как раз будет 200 баллов. Ага, смотрите, ровно 200 баллов. Подарок забираем. Полная корзина счастья. Еще я здесь взяла по акции антиоксидантный бустер со скидкой дополнительной 40% вот за 414 рублей. И взяла еще два чая всего за 355 рублей. Стойки чистоты и турбо-чай очищающий. Ух, сколько всего вкусного и классного. И надеюсь, пройдет зубная паста. Смотрите. Иногда бывает такое, что мы делаем заказ, а каких-то продуктов нет в нашем городе. Вот как, например, было с зубной пастой. И давайте я вам пример покажу, как это работает. Например, зубная паста. Открываю «Показать больше». И мы видим, что в Саратове этой зубной пасты нет. Я ее разворачиваю на весь экран. Пишет «Нет наличия». И вот здесь наверху я меняю город. Я Саратов меняю... Сейчас я вспомню, где я ее нашла, зубную пасту. Он мне показал, что она есть в Екатеринбурге. Я ставлю Екатеринбург, и, о чудо, паста есть. Видите, я ее таким образом добавила в корзину. Поехали сейчас в мою корзину. Идем сюда. Нажимаю «Оформить заказ». И сейчас он нам покажет, есть ли в Саратове эта паста. Потому что бывает такое, что продукт есть на складе, но
не успели обновить карточки. И таким образом я выбираю всегда вот такие продукты. Почему-то не дает вывести товар. Так, подождите, город-то надо вернуть обратно. Надо вернуться на Саратов. Так, Екатеринбург мы меняем на Саратов. Ставим Саратов, мой город. И вот теперь можно работать с корзиной. Надо, чтобы обновилось, дождаться. Так, идем вниз, нажимаем оформить заказ. Нажимаем оформить заказ. Ждем, когда все подгрузится. Так, вот, смотрите, я выбираю бесплатную доставку. Сейчас он подгрузится. И видите, пишет, доставим часть заказа. Давайте посмотрим, чего нет. Ага, нету гиалуронки, нет этого, нет. Ой-ой-ой-ой, как всего много нету. Мы закрываем и смотрим другие виды. Да, действительно, многих продуктов нету на складе. Очень грустно. Очень грустно. Не хочу, чтобы чего-то не было. Давайте еще раз посмотрим. Так, гиалуроновой кислоты нету. Изофлавонку, энзим. Каналонга нету, окей. И зубной пасты, да, видите? Ну нет, на нет, а сюда нет, как говорится. А посмотрим, чего нету, если с деком заказать. Угу. Напиток чистое сердце. Вот, кстати, здесь уже более выгодная ситуация, то есть нет всего три продукта. Тогда я иду в свою корзину, возвращаюсь обратно, и вот здесь я немножечко корректирую, то есть то, чего нет, я сейчас добавлю то, что мне нужно. Например, мне нужен еще один корень, я возьму. Напиток я давайте удалю, раз его нету. Зубной пасты нету, я ее тоже сейчас удалю. И еще чего-то не было, да, по-моему, лесных ягод. И тогда у меня покупка стала чуть-чуть меньше. И я добавлю то, что мне нужно. Но давайте я не буду ваше время занимать. Так, 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 сейчас вспомню. А, синхровитал мне нужен. Синхровитал. Защита печени. Я его кладу в корзину. Иду опять же в корзину, возвращаюсь. Проверяю, чтобы он встал на место. Где он? А, он у меня, наверное, вот сюда улетел. Видите? То есть я не переключила корзину, и он у меня ушел туда, куда мне не нужно. Я его возвращаю наверх, а отсюда удалю. Потому что смотрите, как мы должны с вами сделать. Мы должны вот тут вот наверху менять корзину. Когда мы забираем какие-то подарки акционные, там по снежинкам, мы вот тут вот нажимаем раз, и вот тут вот переключаем либо на специальную программу, либо на мой пакет. То есть я сейчас вот в моем пакете, и у меня здесь 199,2 балла. Прям чуть-чуть не хватает. Давайте какой-нибудь... Давайте проверим, во-первых, чего нет еще на складе. Сейчас я выберу СДЭК. А СДЭК более такой лояльный. Смотрите, тут практически все есть. Иду вперед, смотрю. Так, опять чего-то нет. Ага, лесных ягод нету. Сейчас я их уберу. А синхровитал я добавлю, потому что мне их надо много, синхровиталов. Итого у нас 199 баллов. Сейчас мы добавим какую-нибудь вкусняшку. Например, возьмем еще мармеладик с черникой. Вот он очень вкусный, полезный, его всегда приятно подарить. Так, тут у нас все окей. Да, все окей. Идем оформлять заказ. Миллион вкусняшек. Смотрите, всего сколько к оплате у нас будет сейчас денежков. Я выбираю опять экспресс-доставку. Выбираю место. СДЭК, видите, уже все есть. Но СДЭК самая быстрая и самая удобная для меня доставка. Я люблю с ними работать. Все очень четко, быстро. СДЭК. Готово. Проверяем имя получателя. Вы, кстати, сюда можете изменить имя получателя и отправить заказ в любой другой город. Только не забывайте город менять в начале. Оплата картой. Вносим, сколько мы можем списать бонусов. Видите, у меня там 231 тысяча бонусов аж лежит. Так, 420. Ок. Получается, что к оплате за весь этот заказ у меня всего будет 1158 рублей. Круто? Конечно, круто. И я уже завершу заказ без вас. Сейчас еще немножечко проверю. Я вам желаю полезных, классных покупок. И чтобы вы всегда платили меньше за счет того, что вы получаете бонусы, кэшбэки, да, развиваете свою команду. Если у вас какие-то есть вопросы, вы всегда можете мне написать. А если у вас еще не оформлена карта клиента в компании Siberian Wellness,
Напишите мне или заполните форму заявки, которая будет прямо под этим видео. Я вам желаю всем отличного настроения. До новых встреч, пока-пока!